Это спасибо самое искреннее и дорогое. Воспитанники Центра помощи детям Иволга вновь получили заветные подарки на Новый год. Машинки, куклы, мозаики, планшеты, перечень желаний у ребят широк. А счастье в детских глазах бесценно. Красивый сон, он превратился в явь, да, вот в реальный. И уж извиняюсь, сам большой взрослый, да, а находясь здесь, думаю, то ли это я делаю, то ли кто-то праведной рукой направляет. И вот это ощущение торжественности, да, и вера в сказку. Дарить детям праздник – традиция Самарской городской думы. Несколько недель назад депутаты сняли с елки открытки с пожеланиями ребят и обязались исполнить их мечты. И вот долгожданный момент. Дети с непростой судьбой снова начинают верить в чудеса. Тут не потеряли какие-либо затраты, да, так сказать. Нужно просто раскрыть пошире свое сердце, да, так сказать, и проявить вот такое человеческое участие. И как в канун Нового года, конечно, это более сказочный период и повседневной нашей жизни. Благотворительная акция «Елка желаний» в этом году завершена, но обязательно продолжится в будущем. Депутаты готовы каждый год становиться Снегурочками и Дедушками Морозами. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.